я тебе нашел. Ну и перешел он.哦，小诺啊。У него уже нарисована эта хрень. А что он сделал? Подрезал его? Ну... Не плачу, уверяю вас. Угу. То есть это протокол, ну хорошо, Сирия. Но насколько можно было понять, опять-таки, из очень скудных и скупых сообщений, вот после этой поездки, во время этой поездки, позиция России, как говорил Путин, ни по Сирии, ни по Ирану не изменилась. Да. Вот что, на ваш взгляд, это будет означать для Сирии? Ну, опять-таки, много вопросов от слушателей. Что будет в Сирии? Ну, ясно, что бомбардировок Сирии не будет. По многим причинам. Во-первых, дорогая война. Юль, ты чё вообще? Ну надо, а? Ну вообще, ну кто он после этого, блин?急要送受伤的小男孩到医院，行经台中市这个路口时，突然发生碰撞。
猛烈的撞击把救护员震到摔倒在地，车内的东西差点掉下来。当时救护车直行红灯，路口横向的车子。 Это же большой член! Это же большой член! Охренеть!